Дмитрий Шепелев впервые высказался о чувствах к своей девушке. Во всемирную паутину интернет Дмитрий Шепелев выложил снимки со своей девушкой Екатериной Тулуповой. Также публично он выразил ей благодарность за смелость и красоту. После смерти в 2015 году артистки Жанны Фриске, ее гражданский муж Дмитрий Шепелев оказался в непростой ситуации. Длительное время в его адрес высказывались обвинения в смерти певицы. Он принимал участие в большом количестве споров по поводу наследства, долгов, опекунства над ребенком. И уже в 2017 году сеть стала активно обсуждать новый роман ведущего, что также спровоцировало целый шквал обвинений в его адрес. Похоже, и сам Дмитрий устал от подобной ситуации. Поэтому в 2019 году он открыто заявил о своем романе с Тулуповой. Очаровательная блондинка является основателем женского клуба под названием «Креативные завтраки». Первый совместный снимок со своей избранницей Шепелев разместил в интернете 16 ноября 2019 года. Тогда телеведущий, кроме публикации совместной фотографии, рассказал, как он со своей избранницей познакомился. А сегодня, 12 ноября, ситуация повторилась, и Дмитрий опубликовал еще снимки с любимой. На размещенных кадрах можно видеть обнимающихся Шепелева и Тулупову. Они буквально от счастья светятся. Фото Дмитрий подписал следующими словами: «Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех».